Шикарное спасение. Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок и взять... Отлично играет вратарь и спасает свою команду. И выносит мяч защитник. Уверенно играет вратарь. Зафиксировал судья. И пойдет он дальше сейчас. Мяч в воротах. Вот и открыт счет в полуфинальном матче. Теперь давайте ждать, чем ответит соперник, потому что отвечать точно. И с ударом. На месте голкипер. Вот так он уходит с фланга. Надежно играет вратарь и справляется с этим ударом. Атака развивается за счет индивидуальных действий игрока. Вратарь не фиксирует мяч, нужно играть. О-хо-хо! Мяч в воротах! Это получился один из самых красивых... Педри... В пас они точно умеют играть. А вот что насчет удара по воротам? Надежная игра вратаря. Атака развивается за счет индивидуальных действий игрока. Вратарь не фиксирует мяч, нужно играть. О-хо-хо! Мяч в воротах! Это получился один из самых красивых... Не получается нанести удар, мяч отобран. Вратаря не пробить. Марата. Есть пространство перед ним. И после этого гола игра принимает новый оборот. Разница в счете сокращена до минимума. И в оставшееся время этот мяч... Разве его остановишь? Гол! Нападение оказалось быстрее на добивании. И мяч все-таки оказался в воротах. Может он идти дальше. Гол! В сетке мяча они выходят вперед. Важнейший гол в матче и во всем турнире. Атака продолжается. Мяч все ближе к воротам. Мяч отбит. Можно играть. Ох, вратарь! Как он сыграл сейчас отменно. Сейф мирового уровня у голкипера. Есть пространство перед ним. Вот это да! В самой концовке получается у них забить. И теперь вопрос о выходе в финал снова. И счет остается прежним. Замечательно просто играет голкипер. И похоже, так, наверное, в ничью команда и сыграет.